Губернатор поздравил Моложавенко с назначением и отметил, что сегодня от оперативности таможенников во многом зависит не только инвестиционная привлекательность, но и качество внешнеэкономических связей региона. На Кубани сегодня реализуют множество важных проектов. И во многом именно от сотрудников подразделения зависит скорость прохождения документов. На промедление жалуются многие предприниматели в других регионах. Сегодня важно не допустить подобной проблемы в нашем крае, подчеркнул губернатор. Прибавилось работы в ведомстве и после введения санкций. Одной из важных задач, которую поставил Ткачев, не допустить ввоза запрещенной импортной продукции на территорию края. Сегодня мы, в общем-то, в определенной изоляции, но это шанс для наших сельхозтоваропроизводителей, который мы должны максимально использовать. Мы не должны через границу, через таможню, в общем-то, новороссийскую, туапсинскую и другие, пропустить запрещенные виды продуктов питания. Это принципиальнейший вопрос. На сегодня он главный, и все крестьяне Кубани в том числе рассчитывают на вас, что значит, ни один килограмм запрещенной продукции не будет поставлен на рынки Краснодарского края. И я попрошу вас здесь проявить и четкость, и профессионализм, и, конечно, максимальное качество работы. Этот вопрос стоит первый на контроле, потому что, скажем так, план, платежи платежами, но контроль качества продукции, да, и запрет как раз-таки товаров, происходящих из ЕС, он стоит на первом плане. Служить в таможенных органах Андрей Моложавенко начал больше 20 лет назад рядовым инспектором. Сегодня в копилке новоиспеченного начальника медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени и нагрудный знак «Отличник таможенной службы».